долго. Встречайте аплодисментами команда ЦБКС «Кадры». Те, кто прекрасно могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда, надежда. Thank you.
муж, жена и голоса. Ремарка. Ищите себя в лицах. 3-4. Поехали. Остатки впечатлений унес, не спросил. Просто так, волна воспоминаний унесет меня. Я дома. Привет, родная. Здравствуй, дорогой. Какие новости? Да все как всегда. Дети спят? Пудру стряхнул. Вино заел кофейными зернами. Да тихо, кажется, она ничего не заметила. Дети спят? Давно. Понимаешь, я немного задержался на работе. Немного? Немного. Нам приезжал инспектор из управления. Нам срочно пришлось узнать кучу вопросов. Как вот добросовестно врет. Хорошо, что заранее придумал свою версию. Ты не представляешь, как я устал. Представляю. Девчонки, ну может быть он действительно устал. Голоден? Как вот? Правда мы пили кофе? Только кофе? Может и не только кофе. А может быть вы и не только пили? Да, конечно. Мы и закусывали. А кто это мы? Я же тебе объясняю, инспектор из управления. Он смотрит ей прямо в глаза. Ну ладно, а девчонки, ну может быть она и есть тот самый инспектор из управления. Ага, специально приехала, чтобы провести с ним денек любой. А если вы закусывали, то почему ты голоден, как волк? Разве я это говорил? Ты меня неправильно поняла. Я устал, как волк. Устают, дорогой, как собаки. Вот я, например, устала, как собака. А я как волк. Господи, Фэд, keep thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how we did wrong. I grew strong and I learned how to get along. Может, привычка? Да нет,
инспектор? Да. Да почему он тебя так интересует? Поставил лучше чай. Мне почему-то вспомнилось, как он признавался в любви. Это было весной. Нет, нет, это было в зимнюю лунную ночь. Шли они по залитой лунным светом дорогой. Он держал ее за руку. И вдруг, наконец, произнес: я люблю тебя. Они все так же ссорятся? Да, все так же. Но приходя к нам, они отдыхают душой. Конечно, ведь в нашем доме нет ни ссор, ни обид. Я люблю тебя на все. Команда «Кадры».
Искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном. Поэтому удачных вам поисков и до новых встреч на фестивале работающей молодежи 2017 года!